вопрос продолжается, у кого что есть в квартире, а именно на кухне, а именно еда на букву «С». Сейчас мы узнаем, кто что хранит, и после эфира я обязательно приду к вам покушать. Вы, кстати, точно знаете, кто к вам придет, если у вас это лежит. Кстати, вот сейчас была такая ситуация перед эфиром, я вам расскажу, как на духу все. Я спрашиваю редактора, какое слово лежит в конверте, что же они так долго не могут угадать? Редактор говорит, а я тебе не скажу, какое слово лежит в конверте, потому что ты проболтаешься, ты все время пробалтываешься. Ты опять начнешь подсказывать телезрителям. Я говорю, я никогда. Но в итоге я говорила, окей, если я угадаю, вы скажете мне да или нет. Видите, я вот работаю за еду, я говорю, что за деньги я работать не буду, я отказываюсь. А вот за еду с удовольствием. Я же вообще раньше подрабатывала скелеты, друзья. Как так вы меня отгадываете, я не знаю. Ладно, полутора минут мало для хорошего ответа. Пусть будет 2 минуты. 2 минуты я ограничиваю вас во времени. 2 минуты появились на экране. Будильник старт. Ну, если сейчас будет неправильный ответ, знаете, что мы сделаем? Мы придем к вам кушать. Всей нашей командой из 200 человек вместе с оркестром и аплодисментами. Думайте, нас тут много. Попробуйте мне не дать правильный ответ, я вам не дам 13 тысяч рублей. Сметану уже называли, меня не устраивает такой вариант ответа. Мы ищем другой вариант, любой другой вариант мне подойдет. А мы пока продолжаем играть. Ну что ж, играть на столе. Я силач! Do you wanna right now? Я бы на него залезла, если бы была повыше. Он почти с меня ростом, если бы я еще без каблуков была. Здравствуйте, дорогие друзья, называется шоу. Ну-ну-ну, дорогие друзья, какой же ответ? Что в квартире еще у вас есть на букву «С»? Последняя буква «А». Вы что тут из меня делаете? Я с первой попытки отгадала, а вы мне сметана да сметана. Что это? Неужели других продуктов нет? Я не приду к вам кушать. Чем вы меня будете кормить? Сметаной будете меня кормить? Нафига? Зачем мне сметана? Что, обрадовались, без Ритки остались? Что? Вот на этом столе я станцую. Он пониже будет. Моя давняя мечта. Как же он трясет. Мама мия! Как же страшно! Бедные люди, которые танцуют на столах. Но еда у вас там должна лежать где-то. На столе, может быть. А может быть, в холодильнике, может быть, в шкафчике. Я же не знаю, может быть, у вас в желудке она уже. Алло. Алло. Выбери меня, птицу счастья завтрашнего дня. Нет такого? Я жду. Что это? Мистическое шоу. Откройте в себе третий глаз. Посмотрите. В третий мир. У вас есть шестое чувство, которое вам подсказывает, что именно находится на кухне, какая еда. Первая буква «С», последняя «А».
немножко болтаем. Ой, не с кем болтать. По телефону сейчас мне позвонят. Я жду звонка. Ну, не стесняйтесь. Только в течение этой минуты. Потом я не буду с вами разговаривать. Ай! От вас еще и не добьешься того ответа правильного. Стоп, будильник! Стоп! Что это такое? Я вам подсказок не дам. Вы и так уже на финишной прямой. Вы на верном пути. Сколько вариантов прозвучало? Просто методом исключения. Действуйте. Именно эту рыбу я назвала, когда мне сказали: Ритка, как ты думаешь, что лежит в нашем конверте? И мне казалось, что тут даже думать особенно-то и не надо. Все элементарно, все просто. Думала, что сейчас я выйду и назовете именно этот вариант ответа. Мне казалось, что почему-то первое, что приходит в голову, это вот этот вот ответ. Но лично мне он пришел первый в голову. А вам нет, вам другой вариант приходил. Кому сода приходил вариант ответа, это, конечно, интересно. Но я же сразу предупредила. Я считаю, что все равно сейчас будет правильный ответ, пока я его оторву, пока покажу. Не разрешают. Говорят, ай-яй-яй. Какой же ай-яй-яй, когда не ай-яй-яй? А у меня, между прочим, тем временем упал аппарат, как обычно. Но я справлюсь. Я тут еще и техником подрабатываю иногда. И уборщицей иногда подрабатываю. И поваром в столовой. Ну ладно, я сяду рядышком. Просто рядом, вот так вот. Вот у меня редактор говорит, закрываешь своей жирной задницей задание. Как так можно вообще? Такие нецензурные слова. Ужас, ужас. Понабрали. Ладно, я шучу. Так. Ах, какая озорная музыка заиграла, а? А что это вы расслабились, а? Вы думаете, я не могу запустить будильник в любую секунду? Зря вы так думаете. Сколько там у нас времени на будильнике, редактор? 15 секунд старт. Окей, все, пошли. Раз и не будет 15 секунд прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Саша. Я хочу назвать второе слово. Я вам не дам назвать второе слово. Нет, ни в коем. Ладно, конечно же, можно назвать, даже нужно. Кровь. Кров. Да. Вау, подходит! Ура, ура! 3000 рублей достаются вам, Саша. И мы напишем сейчас следующее слово. Кров. И что, чем он занимается, наш техник? Спит. Всегда спит, круглосуточно, даже на эфирах. Поэтому работают все, кроме техника и, конечно же, музыкального режиссера. Вот так вот работает наша команда. Но вот телезрители тоже иногда наши спят. Знаете, в общем-то, 1-1, мне кажется. И мы спим, и телезрители иногда спят. Но ведь некоторые играют. Некоторые играют, причем неплохо даже зарабатывают своими звонками, попадая к нам в эфир и своими ответами. Вот, например, два предыдущих игрока уже усложнили задание для наших телезрителей. Два слова уже появилось. Арка и кров. Знаете, не хочу я ждать третью строчку так долго, как ждала вторую. Одну минуту я вам даю на то, чтобы вы здесь оказались, будильник старт. И сразу два слова. Можете звонить еще во время рекламы. Если вы прорветесь к нам во время рекламы, после рекламы мы услышимся с вами.
Бежим! Я делаю зарядку, потому что я засыпаю уже здесь. Бег с препятствиями. Жих-жих. А вы пока попадаете ко мне, ищите слова. Да. До свидания, телефон. Дорогие друзья, я готова записать ваш вариант ответа. Фу. Так, ладно. Мы пожалели тех телезрителей, у которых есть два слова. Они думали, трудились, придумали два слова. Пусть они заберут 8000 рублей. Окей, я остановлю будильник сейчас. Растянем эфирное время. Да нет, я шучу. Мы не имеем права тянуть эфирное время. Я просто даю вам шанс придумать второе слово, если у вас есть только одно слово. Пользуйтесь. Я вас не буду отвлекать. Вижу. Вижу там кровь. Друг. Арка. Сейчас придет еще одно слово. Или два. Вижу на горизонте второе слово, но оно далеко. Дойдет ли оно до нас в течение 2 минут 13 секунд? Бредит девочка, не правда ли? Вот потом меня никто на работу не возьмет. Ни один канал не захочет работать со мной. Никто не хочет со мной работать уже. Почему вы думаете, меня только по ночам в эфир выпускают? 1 минута 5 секунд. Я комментатор времени. У меня был режиссерский план, задумка. Я уже придумала, что сейчас должен быть игрок. Мои театральные актеры все еще не являются сюда. Какой из меня карабас-барабас? Я не понимаю, в чем дело. Где игра? Где мои актеры, которые назовут мне слово в 4-ю, в 5-ю строчку? Я буду жаловаться. Меня не устраивает все, что здесь происходит. Дурдом полнейший. Марина. Марина, я вас поздравляю, вы выигрываете 8000 рублей. Это что у нас, шоу заканчивается, что ли? С вами была Даниэлова Маргарита. Немножечко безобразно себя вела сегодня, но не обессудьте. До свидания.